Ну все, третья попытка. Не, ну уж эту надо вытащить. Поехали. Hard, колонизейшн, машинисты и фораджеры, и вот это вот все. Да? Долго не бахает, если вообще сломается. Ну вот, короче, да. Много изменений с первой части, игра абсолютно другая. Абсолютно. Так, погнали. Копаем к углю. И копаем в эту сторону, потому что я здесь буду красную зону еще строить дополнительную. Дальше. Делаем сразу же добычу дерева, потому что иначе его, как всегда, не хватит. Сразу же вот в эту сторону, чтобы красное можно было дальше добыть, да? Потом сюда еще раз размножим. Чтобы красные клеточки можно было вот сюда вот поставить, ага. Поехали. Что еще? Еду заранее. Ну, она и так 50 тысяч. Слишком рано еду делать. Возможно, есть смысл сделать два хаус-дистрикта здесь, чтобы они оба обогревали этот... Чтобы они оба обогревались об эту штуку. Хотя не уверен. Вообще, да, скорее всего. Сколько их всего нужно построить? Прям мне точно сейчас нужен хаусинг. Не уверен. Ну, индастриал прям не сильно нужен. Ну да, преступность будет какая-то какое-то время. Короче, если я... Вот главное вот до сюда вот не строится. Я вот здесь вот хотя бы три клетки попробую объединить с вот этими... А, так вот же они. Это типа вот, вот три клетки я объединю, значит, вот здесь вот я смогу строиться все-таки, да? И в эту сторону начну строить другие дома. Все, наверное, ничего не забыл. Хаб, потом вот тут можно будет крутой хаб построить. Так, строим экстракшн. Теперь, наверное, строим индастриал вот так, чтобы минус workforce был. То есть, как я и планировал, в принципе. Вот здесь длинный этот получится. Будет кайф. Лучше от угля начинать. Что уголь более важный. Пайлинг, сплендинг, хорошо, все нормально. Наверное, сразу же делаем второй хаусинг вот в эту сторону. Дома на горе забавные получают scraping the barrel, да-да-да. Select an existing housing, build and research institute. А, ну да, мне же вначале надо его продлить. А, в эту сторону уже нормально не продлить получается. И что это будем продлевать сейчас? Не экспанднуть нормально, да? Что здесь я строю для еды штуку? Security for the future. Стокпайл, да идите в жопу, не будет у меня никаких стокпайлов. Я знаю, что этого здесь не достичь, к сожалению.
Почему вот здесь плюс хита нету? Не понимаю. Типа, я же вроде бы довольно близко все-таки к этому. Потому что оба хаусинг дистрикта должны быть друг рядом с другом. Ладно, давайте тогда допустим. Мы сделаем так, так. Да. Все три уже заняты или нет? Я что-то не могу понять. Да, единичка занята, значит, делаем вот так вот. А, может быть, сюда как-то... Да не, вряд ли. Research институт. Research speed плюс 15%. Workforce hit stamps. Все, пора делать дистрикт с едой. Я, короче, как-то здесь еще буду сейчас расширяться, да? Типа вот в эту сторону. Главное, чтобы сюда не зайти. Здесь, скорее всего... Ну, здесь вот три штучки как раз поставятся, не? Чтобы с теплом не было проблем, все ставим рядышком. Разные идеи, давайте мне опции. Дерево идей. В первую очередь нам всегда надо это и, конечно же... То, что с болезнями, но, блин, за этого outcall output больше, кстати. Как-то сквалор не такая страшная штука, но 60 материалов demand — это очень много. Я думаю, что я все-таки вот этот сделаю. У меня более-менее хватало в прошлом забеге. На угольные шахты. Еще домов чуть-чуть, да, расширить. Ну, давай. Все есть. Расширение. Хорошо. Насколько вторая часть сильно отличается? Очень сильно. Очень сильно. Так, чем быстрее мы начнем законы принимать, тем лучше. Поэтому 15 недель у меня есть, чтобы накопить по 10 в неделю. Значит, сотка будет. А, мне же еще эту штуку построить надо. Ну да. Еще новый закон принимать, так что лучше сейчас ничего не расширять, ничего не делать больше. Уголь тратится, что неудивительно. Сто восемнадцать, 138, еще 9 недель. Нет, что-то можно, наверное, сделать. Я даже не знаю, что именно. Но вообще нужно расширение вот этой штуки. Но у меня жесткие траты вот этой херни. Там надо будет расширять ее сейчас. Может быть, немножко все-таки расширимся вот сюда, да? Ага, все-таки домики здесь будут в pollution зоне, да? Если я сюда настолько расширюсь. О, нет, я сделал мини-ошибку. Ноу! No! Значит, не будем пока в эту сторону расширять эту хрень. Может быть, в эту придется. Надо ставить глазки. Но я не могу их закапать, у меня закончилось. Ну, закончились капли. Плохо, значит, надо будет принять за вот эту штуку и усилить просто добычу гуриз при помощи этой фабрики, и все, и нормально будет. Ваза в ресурсах — это роскошь. Да, это и есть эти роскоши, ништячки, которые нужны челикам. Так, и вот как раз сейчас ее-то я и хочу сделать, да? То есть... Подожди, а где они? Society, экономика, Watch Towers, госпитали, экономика, Housing Block, Famine Prevention.
Advanced Call Mice, Sawmills. Бля, я, походу, не могу ее здесь сделать, да? Почему? А где они? Может быть, еще более крутые угольные шахты сделать? Сразу. Идея за 100, не очень дорого. Можно пока society принять какую-нибудь. Госпиталь, штука хорошая. Witch Towers. Хит требует 200 workforce, еще и стоит 80. Заходят игры, в которые ты играешь, но все нравится их смотреть, они интересные. Их играть не могу, рогалики кое-как еще играбельно, но хочу сказать, что ты молодец. Спасибо. Спасибо. Ладно, опять принимаем госпитали. Они вроде, наверное, помогли мне в прошлый раз. Не знаю. Стоп, я же уже должен строить эту штуку. Extraction Mine. Поехали. Уру-пу-пу, ру-пу-пу. Сейчас мне понадобится сотка, чтобы мгновенно построить Central Hall, чтобы начать принимать законы. Stockpiles depleted. Знаю. Знаю, ребят, знаю, что еще поделать. Скалу зарыться нельзя. Нет, нельзя. Да, не стоило в эту сторону так расширяться. Надо было здесь остаться, плюс сюда пойти. И вот здесь вот больше места, в принципе, было. Так, первый закон, да? Открыть сессию. Поехали! Голосуем, ребята! Голосуем. Фудедитивс, хорошая штука. А, подождите, перед тем, как голосовать, мы дадим адженду ребятам и проголосуем вместе с ними. Expedition Support. Опять они этот дурацкий Expedition Support предлагают. Ну, то же самое произошло. Мог бы полезный закон принять. Демка или уже релиз? Демка бетка. Skyfox, привет. Gay City Direction. Да понятно. Так, все, заканчиваются материалы, поэтому надо срочно строить новый экстракшн. Или, подождите-ка, не строить, а можно пока что расширять. Хотя лучше строить сразу. Блин, я даже не знаю, если честно. Давайте строить. Блин, ну дорого. Ну ладно, подождем чуть-чуть. Что со звуком? Слышите это, да? Вот залагал. Уже вроде получится. Подожди, мне... Блин, я дурак. На самом деле надо расширить. Ну ладно, расширюсь потом в эту сторону просто. Сью Миллер Стрит Урчин. Lack of laws regarding childhood. Да-да-да, понял. Блин, да что со звуками? Давайте перезайдем. Как тебе игра? Мне в целом нравится, хоть она и сильно достаточно отличается от первой части. Я, конечно, хотел, чтобы они пошли в направлении этого. В сторону Against the Storm, ну, не знаю, пока что не могу, сложно судить, потому что мы не играли ни разу в эндгейм. То есть,
У нас вот начало, вот это вот сложное, потное, да, а вот эндгейма-то нету. В сторону шутера с RPG-элементом. DLC к первой части? Нет. Не надо делать DLC к первой части. Ну, я говорю, нет, мне в целом интересно пока очень играть, это все развивать. Так, там... Поехали. Текс. Стрельный крисба и материал скарсити. Стейбл спендинг. Уже не хватает еды, да? Уже не хватает еды, значит, и это тоже делаем. Миллер, Стрит Орчин, да-да-да. Преступность из-за детишковов. Детишковы. Production efficiency is significantly increased. Demand per capita is marginally decreased. Что это капита? Food production efficiently increased. Disease is marginally increased. Вот это вот надо принимать сейчас. На самом деле. И forage additives, а вот это вот как будто бы. Атмосфера первой части не чувствуется. Чувствуется, когда начинаются холода. Абсолютно чувствуется. Блин, для детей же что-то там надо было принять. Сейчас начнется. Фу, приняли, молодцы. Сейчас надо будет от болезни еще штуку принять. Так, то есть с едой все еще недостаток. Я госпитали принимаю, да? Изучаю. Надо что-то... Надо теплицы делать. Ну или просто построить еще один дистрикт в эту сторону. Не, у меня столько этих стампов нету. Goods Factories. Вот что мне обязательно надо будет потом сделать. Но сейчас, наверное, Hothouse сбахнем. Изучать. Блин, можно было... Хотя бы кому-то какое-то обещание дать. Перед тем, как у меня и закон этот есть. Можно было. Можно было. Но уже нельзя. Небольшие болезни есть, но вот этот, конечно, крайм у меня прям сильный. Сейчас умирать, наверное, начнут болеть. Что здесь такое? Lack of low populating outsider, decreasing population growth. Угу. One week, one day. Давайте посмотрим. Make promise. Past durable goods. Research weather adjusted shifts. Это, наверное, можно. Promise grant agenda to foragers. Слушай, ну сразу и квест, и аджен. Давай, давай, хорошо, давай. Я сразу выполнил квест, и они сразу же стали саппортинг у нас. Delegate session, durable goods, хорошая штука, я хотел бы это принять, супер. Demand per capita уменьшен, принимаем, и да, здорово. Супер. Хорошее времяпрепровождение. Привет, Дитрих. Спасибо, спасибо. Ну, кстати, вообще незаметно. Ну и где Demand? 29 by Foragers, 28 by Machinists. Капита, где вообще? Куда вообще Demand уходит этих гудис? Не в дома.
Здесь куда? Не сюда. Просто он есть и все, да? Просто людям нужны ништячки. Как было 35, по-моему, так и осталось, да? Ну и демант как будто бы не сильно-то снизился. Ну и хер с ним. Так, я могу построить Dust Coal Mine еще один. Кстати, надо бы складывать, на самом деле, потихонечку. Тогда надо расширить угольную шахту и построить вторую. Ну, потихоньку складывать хорошо бы, но... Либо все-таки построить против болезней штуку. Институт требует хит, этот госпиталь требует хит. Workforce. Я госпиталь еще не построил, да? У меня болезней не прям много. Slightly increased. Disease is decreased. Marginally increased из-за химических добавок. Ну ладно, давайте. Давайте добавим все-таки госпиталь, построим. Сейчас немного, завтра много. Тоже. А, ну все, да, потихоньку увеличивается на самом деле. Дизиз у меня на относительно высоком уровне. Турурурум, турурурум, тум-тум. Паста выдала. Привлечение народа увеличивается количество различных групп внутри большой группы, так увеличивается сложность управления, что без совета людей из разных групп уже не обойтись. И так возникает необходимость парламента. При экстремальных условиях, в принципе, даже на высшем уровне ты уже не можешь себе позволить все позиции учитывать из-за большой траты времени. Да, особенно когда позиции выдвигают челы с 6%. Material scarcity, это же недостаток имеется в виду, судя по всему, да? Мне нужно строить второй этот. Сколько клеток требует? Вначале вот сколько было? 3, 4, 5, 6. Раз, два, три, четыре, пять. Не хватает, да, скорее всего, чтобы построить еще одну. Здесь все требуют по 6. 4, 5, 6. Да. Судя по всему. Шестиклеточники. Че, прорубаемся туда? Да мне сейчас денег не хватит на это. Feral Children. Я решу проблему с детишками. Давайте, давайте. Five children died in the rumble. Очень жаль. Увы. Вводи полицейский закон, дави оппозиции. Да нету здесь такого. Так, вы мне уже и так девоутед. Давайте вам пообещаю что-нибудь. City Development Effort. Уничтожить Dust Coal Mine. Пошел в жопу. Research Machine Adjusted Shifts. Ну, наверное, вот это вот могу сделать, пообещать. Подождите, а я там что обещал? Я забыл. А, что-то принять. А, дать им адженду. Да. Давай, Machine Adjusted Shifts звучит неплохо. Принять закон в Parenthood категории. Нормально. Нужно сделать. А Childhood, говорю, Parenthood. Percentage of active workers increases. Или research speed. Research speed, честно говоря, не беспо... еще и минус хит-стампы. Поэтому... Так, ну это мне надо принять, поэтому не гшейт с фораджерами. Пускай голосуют за. Я, наверное... Research сейчас нет, а вот policy в следующий раз. Hit demand и slightly decreased. Пока что мне это не нужно, и тем более reduce production. Food output per capita и slightly increased. Вот это вот берем. Добавки. Подождите, а у нас же уже приняты другие добавки или еще нет? Да, у нас уже приняты другие добавки. Это будет плохо, если я заставлю их эту штуку принимать. Work shifts. Heat demand decreased. Disease increases production slightly increased. Materials requirements 30 goods output. Weather adjusted shifts. Подождите, а этим челом я какие добавил? Машин. Машин adjusted shifts я им сделал, да? Или что-то такое? Сейчас я еще раз посмотрю, что им пообещал. Machine Adjusted Shifts. Да, эта штука не так-то быстро, наверное, будет. Вот они, Worker Shifts.
И то, и другое. Тринадцать недель. Если я возьму 26 недель на два этих исследования. Я могу это сделать. Ну, в целом, блин, противоречащие друг другу исследования. Goods factories. Refurbishing good factories. Demand. Heat demand is slightly decreased. Disease slightly. Resource production efficiency decreased. 30 output. Exchange to the resource output from all sources and extraction production. Зато если я эту штуку построю, survival research. Если я это сделаю. Блин, 40 материалов менять на 30. Я пилы не брал. Если мне. Если я возьму 30-ку гудис вот здесь, на самом деле не так уж и плохо, как будто вот этот research сделать. Проблема в том, что и то, и другое ресерч, и оно займет время. Ну, ладно, давайте попробуем. Голосуем в Family Apprenticeship. The delegates have spoken. The law is table. Что? Что я сделал не так? Подождите, я же негошейт сделал и дал им задание. Чего? Я же их попросил проголосовать за, правильно? Не против? Или я случайно попросил их проголосовать против? Что произошло? Как это вышло? Я попросил их против проголосовать? Никто не заметил, да? Класс. Загрузиться нельзя. Это ужасный старт. Это просто ужасный старт. Минус 13 дней на закон. Живем с последствиями. Я не знаю. Мне не нравится то, что я это сделал. Типа здесь каждое действие важно. Ну ладно, попробуем. Не знаю. Просто кринж. Какая жесть. На это 36 дней, на это 37 дней, да? Так, worker shifts в первую очередь. Не, resource production decreased не хочу. А вот workforce requirement decreased. Это вот хорошая штука. Ну давайте начнем, может быть, все-таки со второй. Что мне там еще нужно? Это все в survival? Goods factories. Давайте вот goods factories лучше выучим вот эти. Construction cost 180. Какая жесть. Преступность растет из-за того, что принял неправильный закон. Ну, жесть просто. The Outsiders. Ну, мы попробуем принять закон об аутсайдерах. Что я здесь выучил? Bio-waste products, да, вот эти штуки строим. Надеюсь, поможет сейчас. Закон. Так, society. Вначале childhood. Смотрите, если они сейчас сами не захотят его принять, то тут рестарт. Ну, камон. Ну, что за бред? Сами приняли, окей. Trust rises. Один. Такие сейвы забавные. Не лоуэн аутсайдерс категория. Хорошо. Так, 68 есть.
Уголь спендинг, еда стокпайлинг, эти лимитед. Нужно будет вот здесь вот сделать. Так, ну сейчас вообще можно, чтобы стокпайлов стокпайли еще побольше. Нужно, наверное, еще один Dust Coal Mine сделать. Еще материалов меньше станет. Нет, подождем, пока материалы все-таки выстроим. Давайте вот это вот все зачистите, пожалуйста. Работяги. Айсблады сформировались. Хорошо, айсбладам, ну, у нас нравится, что ожидаемо, да? Heat demand is increased, холодный сезон. Блин, давай чуть, может быть, овердрайва поюзаем. Чуть-чуть, самую малость. Что происходит? Promise to foragers kept, relation to foragers, foragers improve. Дальше. Promise to вот этим щелом. Рабочие смены для вот таких вот. Сквалы размерженные. Ну, давай, давай, поехали. Закон. Закон обязательно нужен насчет аутсайдеров. Ребята, вы обязаны захотеть принять этот закон. Причем именно вот этот желательно. Все, я не буду с вами негашиэйтить на эту тему. Пошли в жопу. Вы негашиэйтил уже разочек. Отлично, 52, найс. Но они все хотят с этим разобраться, поэтому траст вырос. Research машина Adjusted Shifts. Это я уже делаю. Значит, это задание у меня выполняется. Здорово. Industrial. Появились Refurbishing Goods Factory. Стоит аж 180 стампов. Скоро начнут заканчиваться людишки. Придется построить один хаб. Один хаб можно построить вот здесь, и это будет вообще кайф. Да. Ну, допустим. Ну, сейчас пока что я... Пока мне хватает, я буду строить дистрикты дальше. Мне сейчас очень нужен один экстракшн дистрикт на вот эти штуки. Людям холодно. Отстойно. Какая жаблость, да? Так, экстракшн дистрикт, поехали. Спендинг. Значит, нужен еще один на еду, еще одна вот эта штука. You lack 58 hit stamps to build it. Я понял, ребята. Какие-то ивенты тут. Чуваки из Блады хотят приблизить город к своим идеалам. Город растет, 1500 людей прибыло. Замечательно. Можно не строить хаб пока что. Видимо, мне этого хватит. Supporting devoted neutral. Старый враг прибудет через 80 дней. Холод. Да, понимаю. Еще, кстати, домов не хватает из-за того, что люди пришли, прибыли. Так, я постараюсь двигаться в сторону... В прошлый раз, слушайте, я попробовал двигаться в сторону адаптации, мне оказалось немножко сложно. Давайте двигаться в сторону maintenance, наверное, в этот раз. Maintenance. Я не помню, как правильно слово пишется. Автоматоны всех деле. В них можно этот вкачиваться, но не в бетке. Так, 80 хитстампов на еду сейчас. На еду обязательно. У чертов добавилось. Ну давай. Есть. Русские не подвезли. В релизе вроде как должен быть. Сейчас нету, да. Че овердрайв не включен? Люди ж болеют.
Но технократы появились, которым не кондоры, конечно же, а позиционеры. Кто бы мог подумать? Давайте попробуем им сейчас что-нибудь пообещать. Давайте так. Сделать обещание. Supported карантин. Я не знаю, что это, но звучит не так уж и плохо. Bio-waste drum hot house. Hot house второй я не буду... А, уничтожать, пошли в жопу. Liberated use. Quest research. Liberated use. Звучит не так уж и плохо, наверное. Давайте попробуем вот это выполнить. У меня как раз скоро research. Goodies, durable goods, экономика, базовые necessities, hit stamps. Вот это бы на самом деле. Базовые necessities бы принять. Я обещал двигаться в сторону... Contagion, disease decreased, tension is slightly increased. Disease significant для shelter availability per capita decreased. Что в society? Childhood funerals. Ну, у меня, наверное, не так много умирает людей. Ха. Ребята, давайте экономические базовые нужды, пожалуйста. Молю, 25 за, 25 за. 25 против, 25 против. Предложить. Я уверен, вы справитесь. Поехали. Никаких обещаний давать не буду. Ёбки, блядь. Главное, чтобы сейчас не допустить, чтобы технократы заблочили еду. Вот да, вот сейчас забастовка будет полная жесть. Забастовка — это будет главная сейчас проблема. Подсейвимся. Забастовка, назовем этот сейв. Так, холод, да, есть. Это я сейчас на генераторе сижу, на овердрайве. Сейчас мы выключим овердрайв, конечно же. Так, закон принят, кдэшится, закон принят, кдэшится, хорошо. Squalor Diminishing, ладно. Можно играть через Squalor, допустим. Что, так работает, да? Что за звуки? Так, мне нужно плюс 30 гури запихнуть, и я думаю, что все станет внезапно хорошо. Для этого нужно будет построить специально вот эту вот штуку. Industrial Refer... 180 хитстамп. Просто что? Disease еще, правда, болезнь не увеличится. Так, improve relation with mechanists. Давай, давай. Давай. Trust rises. Хорошо. Так, теперь... Я что-то кому-то обещал? Экономика. Maintenance duty. Давайте посмотрим. Я кому и что обещал. Next step towards merit with ice bloods. Это как раз maintenance duty. 52 недели. А вот технократы liberated use хотят. Давайте посмотрим, что такое liberated use. Это в society свободные детишки. Процент активных рабочих увеличится. Crime немножечко уменьшится. Звучит не так уж и плохо. Давайте... Подожди, composing, техно... А, нет, trust will rise slightly. Это вот это. Работяг мне количество не увеличить. Ну хорошо, идея за ноль, поехали. Делаем. Ну что, копим реально 120? У меня как будто кроме goodies проблем больше ни с чем особо нет. Ну с холодом есть. Ну что поделаешь с холодом? Как будто бы у меня есть проблема, как это решить. Вернее, есть способ, как это решить. Как бы нету. Поэтому сидим, пердим.
Работяг аж 1000, это, конечно, многовато. О, что-то произошло на производстве. Сепары, разделенные семьи. Стюарт, огромная группа людей поставила лагерь снаружи города в одном из наших чекпоинтов. Они говорят, что они... Relations marginally improve with letting relatives in would defeat the entire purpose of selection. Low productive outsiders will increase the percentage of active workers. Короче говоря, люди, я так понял, пришли и говорят, что мы вот семьи тех мигрантов. Моя дочь там одна. Пожалуйста, вы должны меня впустить, она нуждается во мне. После чека мы сказали, что ее дочь 15 лет работает прачкой и в безопасности, и все у нее хорошо. Keep strict selection. Продолжаем отбирать людей. Нет, мы разделяем семьи. Ну, извините, ребята, у нас места нет. У меня и так 1000 человек, и больше мне не нужно. Вы, конечно, все молодцы, но нет, спасибо. Здесь еще расширить надо будет. На самом деле, заранее, может быть, расширить, пускай копится. Слушайте, прям хорошо идет пока что, вроде бы. Давайте сейванем как... Че, я не могу больше новых сейвов делать? Right. Generated save. Все сейвы засрал. Несмотря на один тот грустно плохо принятый закон. Так, я кому-то что-то разве обещал? Почему они машины Adjusted Shifts принимают? Ну, видимо, да, 49 точно за. 4 воздерживаются. Workforce requirements slightly decreased. То есть, кого я могу... Partition или Open, то 42 делегата. Частично. Ну, в основном они против, но они частично за. Так, а это то, что мне сейчас нужно? Почему? Maintenance Liberated Use. Нет. Почему они вдруг принимают этот закон? Машина Adjusted Shifts. А что у нас сейчас? Какие у нас сейчас Shift? А у нас сейчас Unregulated Workers Shift. А, не регулируются. Ну тогда неплохо бы принять этот закон. Типа, чтобы что, ничего плохого в этом нет. Давайте попробуем форэджерам предложить что-нибудь, если они проголосуют за. Например, исследовать хит конверш... Не, подожди, в смысле, я же это уже сделал. Survival research, hit output is extremely increased per expanded. Подожди, это не то. Waste. Нужна, короче, кнопка нажать и узнать, а что это, собственно, такое. Foraged additives. Обещаем принять. А у нас аддитивы сейчас какие? А у нас сейчас химические аддитивы. Не, ну, видимо, не получится. Зинаид Шрек, спасибо за ресапчик. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот за. Advanced Hot Houses. А вот это, кстати, можно сделать. Изучить улучшенные биомассовые драм Hot Houses. А куда я их строить буду? И как это вообще произойдет? Hit output is extremely increased. Your expanded extraction district. Industrial district и так далее. Давайте вот это изучим, наверное. Неплохая идея. Кажется, если ты изучаешь идею закона, то ее могут зафорсить в парламенте. Voting in 10 weeks. Delegate session. Блин, да может просто оставить, ну типа 4 hesitant, всего 2 нужно, чтобы выиграть. Я думаю, нет смысла не гашейтить. Я думаю, нет смысла, давайте так. Перевод с картинки не пробовал, немного упрощает игру. Для меня игра и так несложная. Мне не нужен перевод, я знаю английский. Ладно, голосуйте. Поехали. Простите. Ну ничего страшного. А у меня вообще есть какие-то shifts, да? У меня есть emergency shifts. Trust will fall slightly. Resource efficiency is increased.
Слушайте, я вообще на самом деле хотел бы вот это сделать и подкопить чуть-чуть. Half shifts. Минус 50 workforce requirement. Ресурсы requirement is extremely decreased. Ну и production. Давайте-ка бахнем немножко стокпайла у этого уголька. Они же могут его запастись, нет? Что-то они как-то не очень хотят его копить. This is weakens our workforce. There is enough heat. 344 хит. Не, хит у меня ровный. 13 unfulfilled в тепле. Shelter scarcity. У меня не хватает домов просто. Heat scarcity. We need change. Так, эта штука заканчивается. Это, кстати, очень плохо. Как заканчивается? Она закончится через 44... А, 44 недели это немало. Получается, довольно быстро закончится. Ммм, 120 штампов я накопил. Что я могу сделать? Я могу построить еще одну угольную шахту. Поехали. Работаем, братья. Начинайте копить, пожалуйста. Технократы начали протестовать, конечно же, там, где еда. Ну, пошли в жопу. Repel requirements not met. Faction has full fervor and will not negotiate. Игнорировать пока что. Протесты уйдут, когда ты выйдешь на нейтральную. Так, мне нельзя, конечно же, эту штуку допускать. Поэтому можно дать им адженду. Можно промоутнуть их. Фанда не хватает. У меня 75, да. Хотя какое-то время я могу потерпеть. У меня есть запасы. Так я сейчас с технократами Liberated Youth изучу. Им понравится, и все. И они перестанут бастовать. Deadly Cold. Да почему Deadly Cold? Trust rises, relations improve. Ага, они улучшились, но недостаточно. Блин, чуваки, ну давайте я предоставлю вам адженду, наверное. Хорошо. А, уже не могу, чё, skeptical. А мог же только что. Неужели их промоутить придется? Так, здесь экономика, maintenance duty, мы изучаем вот это вот supporting, да? Да, вот здесь вот ручка нужна, материал, materials demand is slightly decreased. Блин, ну чуваки, а почему я не могу адженду дать? Agenda for the current session is already fixed. А как, почему появилась эта адженда? Ладно, давай промоут сделаем. Есть, сняли, сняли этот, сняли протест. Хорошо. Забастовка нет. Сейф. Все, если нет забастовки, это очень хорошо, да? Сейчас она потихоньку спадет, и у нас снова начнут добывать еду. Мне бы как-то размеры смерти из-за похолоданий. Death worsens relations and trust falls. Ну почему? Ну ведь не холодно, ну хита хватает. Building not working. Почему? Active. Что за... А, это работает актив этот, shift. Стокпайлим уголь на будущее. Ну, домов не хватает, но я и не могу их расширить. А, нет, подождите-ка, я чуть-чуть не расширял еще дома. Я могу еще немножко это сделать. Вот в эту сторону плохо, конечно, да, потому что здесь будет загрязнение уже. Давайте, это недорого, это не так дорого. Я даже знаю, куда. Смотрите-ка. Так. Вот в эту сторону, потому что если я потом буду делать дополнительную еду, я вот сюда ее поставлю, и мы будем рядом с этими домами, это будет хорошо. You don't... We don't... А, нет, стоп, это было, по-моему, ошибкой, нет? Ай, ладно, неважно уже. Мне кажется, я столько у меня столько места там не будет. Фи, заканчиваем протест, нам это больше не нужно. Окей, хорошо. Дома появятся. Сейчас нужно накопить 180, чтобы гудис улучшить. Вот, вот нужно.
Нужно сейчас будет это сделать по-любому. У меня мало пил, конечно. Здесь на 300 недель, но все-таки здесь, наверное, 2 должны работать. Да ладно, пофиг. С 9 это соло, наверное, справится. Может быть, лесопилки сейчас как-нибудь исследуем со временем. Идущий протест, Стюарт. Если ты не будешь с ними негоцировать, короче, общаться, охранники их разгонят. Fun Projects, Grand Agenda. Да я же уже все сделал. Спасибо за обучение. Все, протест закончился. Все замечательно. Живем, работаем. Забастовки нет. Go home! Стокпайлинг, стокпайлинг, стокпайлинг. Отлично. Единственное, что не стокпайлим, это, и у нас домов чуть-чуть не хватает, но сейчас они достроятся. Что еще? А, ну этот я все еще не построил один, да, здесь законы через 4 дня. Здесь дни как минуты работают в этой игре. Liberated use. Trust will... А что, у меня разве не выбранный use? Ничего, нет? Society. Но нет программы по детишкам. Liberated — это trust will rise slightly. Ну да, давайте. Только давайте примем тогда. Шейтим с механиками. Что им можно пообещать? Давайте смотреть. Машина Adjusted Shifts, политика. Политика или уничтожить драмхаусы. Круто, конечно, обязательно, делать мне больше нечего. Waste Heat Conversion, ресурс Production Efficiency увеличивается. 160 Heat Output Research. Waste Heat Conversion, 160 Фуда. This heat provided by industrial machines will be injected back into the machines. To allow them to operate... Аркапасть. Это сколько-то стоит? Тоже полиси. Машины эти, какие-то станки, которые будут еду загрязнять, если я правильно понял. Здесь одно из двух надо выбирать. Машина Adjusted Shift или Waste Heat Conversion. Давайте посмотрим, что это и где это. И что из этого чему противоречит. Сервис. Ну вот они, машины Adjusted Shifts будут. А у меня уже unregulated. А, unregulated? Вообще нерегулируемый. Ну тогда это и возьмем. А второе он что предлагает? Второе — включить политику. Третье — только изучить ее. Не понял. Ну да, третье — включить Enact. Это Survival, это Research. Ну Research, кстати, штука-то несложная. У меня сейчас на Research же ничего, заданий никаких нет. У меня есть Unproductive Due Maintenance, но я же его изучаю уже. Maintenance Duty, да. Подожди, в смысле? Unproductive Due Maintenance, да, я его и изучаю, все хорошо. Значит, можно еще новый Research назначить. Хороший негшейт. С другой стороны, политику принять тоже неплохая штука. Через 30 дней, но я тогда не смогу никого... Ну, придется убеждать других чуваков. А давайте вот это вот попробуем. Все, короче, да, accept. Все, я попробую принять вот этот закон в следующем. Буду убеждать других чуваков. Лучше хуже первой части или принципиально другой подход? Принципиально другой. Вообще не... Ну, хорошая, достаточно интересная игра. Особенно интересно будет, когда город действительно разрастется, видимо. Ну, пока что такое. Все, это... Не-не, прикольно, прикольно, очень нравится. Так, копим 180 хит-стампов, да? Нехватка рабочей силы. В городе из Limited. Хорошо, я смогу эту штуку построить? 400 воркфорса, мне нормально. У меня скоро рабочая сила вот здесь освободится в любом случае. Так что нормально все. Дома-то достроили? Слушайте, они достроили дома, но...
Все еще их не хватает. Нужно второе расширение делать. Я не могу здесь второе расширение делать. А сколько дает Housing District домов? 20 всего лишь? Стоит 100 хит-стампов и 200 этих. Жесть. Вот сюда бы потом поставить этот Housing District. Ой, блин. Так, у меня же овердрайв не включен, а то скоро понадобится. Здесь что, Trust will fall significantly. Ну, стокпайлим уголечек, чтобы хватало, если вдруг что произойдет. Чтобы угля прям было в запасе, чтобы люди не мерзли. Давайте ускоряемся. 89. Короче говоря, я о чем? Я могу попробовать построить сейчас один хаусинг, но... Блин, 37 бездомных, это грустно. Он будет жрать 40 тепла, это очень жестко. Хотя у меня нет проблем с углем, я бы сказал. 150. Короче, вот эти вот два значения связаны между собой. Я теперь понял, как это работает. Смотрите, тем более, если поставить вот здесь вот, здесь еще и будет плюс хит, в принципе. Потому что рядом с домами. И в целом не так уж и плохо, да? Дальше бахнуть вот сюда, чтобы здесь можно было продвинуть потом вот эту вот еду, если я ее буду делать. Не так уж и плохо не так уж и сильно вырастет требование тепла, как будто бы. Total demand 45 плюс 15 от температуры минус 5. Ну да, да, понятно. Ничего, у меня угольные шахты нормально работают на оверсмене. 73 человека умерли из-за emergency shifts. Promised to Iceblood kept. Relation improved. Итого здесь... Supporting. Neutral. Пресс, машина, adjusted shift. Смотрим, мне здесь что-то нужно сделать. Я обещал кому-то какое-то исследование или нет? Видимо, не обещал, да? Давайте посмотрим, кому и что можно попробовать пообещать, чтобы улучшить отношения. В частности, вот этим вот фракциям, да? Например, технократам, чье количество сильно растет. Make promise. Accept all outsiders. Нет. Уничтожить Dust Coal Mine. Нет. Research коммунальный communal parenthood. Звучит неплохо. Давай. Society parenthood. Технократы. Количество рабочих вырастет. Population growth сильно уменьшится. Ничего страшного, потому что вместо этого мы можем, если что, построить вот эти вот штуки, о которых пул нам напомнил, хабы. Здесь, если у нас будут хабы, у нас всего будет хватать, и все будет хорошо. Найс, найс. Все норм, всего 73 человека умер. Диктатор Хай. Ну кто ж знал-то? Ты кто ж знал? Productive do maintenance put on agenda by... Ого. Это maintenance duty. Это у нас уже есть, да? You're not allowed to change the laws by... Капитанская авторитет. Вот эта вот штука нам нужна, да? Liberated use мы все еще... А, уже есть у нас. Экономика. No maintenance duty, то есть это запустить офигенная тема будет. Убеждаем, давайте. Убеждаем форажеров, да, получается. Голосуем за. Смотрим, forage additives, это придется сменить. Research, waste heat conversion. Это policy heat recycling, survival research. Подожди-ка, еще раз. Это работает. Hit demand is slightly decreased, hit output is extremely increased.
Splendid Extraction, Industrial Districts и Weather Adjusted Shifts. Что из этого будет дешевле? Давайте посмотрим. Так, так, Heat Recycling или Weather Adjusted Shifts? Worker Shifts или Waste Heat Conversion? Не то смотрю. Я уже кому-то пообещал ресерч, нет? Кроме попас машиниста Adjusted Shifts. А, я пообещал Parenthood. Так, а потом вот сейчас будет какой-то Heat Conversion. Где это? Это выживание, наверное, да? Waste Heat Conversion звучит отлично. Почему бы не сделать? А значит, мы негашейтим здесь. Убеждаем форажеров проголосовать за Heat Conversion. Проголосовать за Accept. Все, теперь мы точно принимаем этот крутой закон, который нам поможет. Здорово, Иван Макотра. Можно, пожалуйста, пояснить ли бригаду, как скачать игру? Купить Deluxe, и все прям в Steam появляется, где у тебя игры. Сейчас, подожди. Прямо вот в этой вкладке, прямо вот здесь появляется кнопка скачать. Вот тут вот, где у тебя недавние игры. Я вот здесь вот нажал на нее. Так, ну, all good получается у нас вроде бы. Как будто бы. Как будто бы all good. Законы недоступны. Копим 180, чтобы наконец-то от крайма избавиться. У нас, кстати говоря, жесткие проблемы с болезнями. Может быть, нужно еще одну эту построить. Empty building слот есть. Блин, слушайте, наверное, надо... Есть смысл построить еще один госпиталь. 100 хитстампов нужно. Копим. Копим. Или нет, да, можно вначале перед тем... Просто если у меня совсем люди... Людей не будет хватать, то я не смогу потом построить хаб. Да, с болезнями, конечно, жесть, беда. Сейчас. Рост населения не очень-то присутствует, да, как будто бы. Так, давайте смотреть. Минус 500 воркфорса. Минус 200. Здесь минус 400. Здесь минус 300, да? А, нет, здесь тоже минус 500. Нет, минус 500 здесь не... А, получается, вот здесь вот минус 500 можно сделать. Лучше тут, потому что левую лесопилку я скоро буду убирать. Да? Поехали, строим. Блин, денег нету прям. Хитстампы медленно генерируются. Это у меня какой-то пассивный доход на хитстампы еще есть. Давайте чуть-чуть посидим на хит-сюрплюс. Фига себе, такое бывает. Не, давайте все-таки не будем, наверное, стокпайлинг. Еще и еду стокпайлим. И материалы, вообще все хорошо идет. И все дружат между собой, никаких протестов. Вообще кайф. Денег только не хватает. Все на все на ресерчи всякие тратим. Сейчас еще похолодает, и я включу усиление. Как общее впечатление от игры? Мне нравится. Такой прям менеджмент ресурсиков жесткий. Я вообще люблю ресурс-менеджмент игры. Так, survival мне нужно какое-то принять. Work shift, regulated, unregulated, machine adjusted. Squalor, так, propose. Low supported, у меня уже хватает людей, просто беру и голосую. Да, такое бывает? В смысле? Просто беру и принимаю, вообще без проблем. Давай.
Если сравнить с первой частью, другая. Ну, лучше или хуже, не могу сказать. Другая абсолютно, просто другая. Так, что здесь за ивент какой-то случился? Scrubbing a shirt. Lost in her thoughts, Annie Evans. Я здесь скучаю по ней. Идите, я присоединюсь к вам позже. Я was deemed useful. Меня почти сочли полезной. И все просто потому, что я молода и справляюсь. Не теряла руку от обморожений или еще чего-то. Жизнь здесь гораздо лучше, чем там. Но я скучаю по ней. Каждый день я теряю все больше надежды. Я когда-нибудь увижу тебя, мама. Ты отказал to relax the low... Ну, короче, ты отказал, да, впускать дополнительных людей. Угу, понятно. Простите. Такой в путь. Здорово, получилось пройти. Вот этот забег, скорее всего, победный, очень хорошо идет. Уже 160-я неделя, у нас все копится, ну, кроме гурис и домов. Типа угля хватает, чтобы топиться в зиму, так что вообще норм. Обещание технократам сдержал. Реакция технократов улучшается. Отлично. Так, здесь у меня нужно в survival waste hit conversion изучить. Это стоит 0. Ой, а как так? Почему эти и эти хотят одно и то же? Ой. 13 недель будет изучаться. 28 недель и... В смысле? А, так можно и то, и другое, видимо. Нет, Promise to Foragers. Это, наверное, одна и та же штука. Да, она одинаковая. Она просто одинаковая. Ну, типа, вам, давай. В чем был секрет? В чем секрет? Хорошо начать, правильно раскидать законы, правильно выставить челикам предложение того, что ты реально можешь выполнить. В частности, это в основном исследование. Исследование в основном ты можешь выполнить, если... Госпиталь нужен. То есть исследования в целом выполняются плюс-минус нормально. Да, мне очень нужен госпиталь сейчас. Что-то произошло где-то. Произошло авангард. Fund the collective, deny funding. Relations marginally improve with Ice Bloods. У меня с ними и так хорошие. Ухудшаются с технократами. Hit stamp income уменьшается. Funds will be gathered for 10 weeks. Так, что происходит? Давайте прочитаем. Liberated use — это вот перк какой-то прок, ну, из закона, который мы приняли. Ну, какие-то эти... Молодняк что-то хочет, Стюарт. С тех пор, как мы освободили молодежь, молодежные группы людей формируются вокруг, ну, в городе. Одна из групп называет себя C13 коллектив. И попросила одну... Короче, реквест один выполнить. Wildflower, Tinman, Zeke и я... melded our minds and bodies during local gatherings at one. Мы, короче, скрестили наши умы, и мы хотим сделать красивый арт, чтобы отпраздновать и восхвалять наш город. Они хотят эрекции. Они хотят возвести монумент, который поднимет, возвеличит город. И вас, конечно же, в глазах людей. Но им понадобится немного ресурсов. Блин, мне очень нужны хит-стампы. Ну, всего на 10 недель. Улучшится с технократами, но ухудшится с айсбладами. Возьмем, потому что с айсбладами у меня и так, они меня боготворят. И все нормально. А технократы, если упадут, начнутся забастовки отстойные. И, в принципе, да, они меня все еще саппортинг. Все нормально. All good 2. All good 2. Save game. Пускай возводят свой монумент. Я в целом так-то и не против. Сто монет почти могу убрать болезни. Ну, строить. Ну, один госпиталь. Вот здесь вот. Все еще не могу улучшить гребаную фабрику. Может, ее за 50 качнуть. Хотя бы общий аутпут увеличится как-нибудь.
Овердрайва сейчас нет пока что, но я его буду включать ненадолго, видимо, когда холод появится. Сильно у меня уменьшен на 4,8 от этого арт-коллектива дурацкого. Но он 10 недель же должен всего лишь работать. Вообще у меня, типа, блин, я 4 монетки в неделю получаю, как мало, жесть. Айсблады предлагают какой-то legislation. Pledge to pass dutiful use. У вас будет 35 дней, чтобы поменять этот. Relation will greatly worsen, marginally improve with Iceblades. Блин, ну это будет другой закон. Dutiful use to the city, their new policy. Честно говоря, наверное, отказать. Я не могу сказать точно. Greatly это, ну, до среднего уровня, наверное. Сделали все дела. Ну, у нас уже есть закон о студентиках, короче. Не хочется его менять, хотя... Ладно, давай попробуем. Окей, whatever. Давай попробуем. Кстати, только сейчас понял, что это полоска типа полукруглая слева направо. Я долго это понимал. Блин, денег вообще нет, зато смотрите, как копится все. Ну, кроме угля, кстати. Уголь тратится, что плохо. Что очень плохо. Сессия делегации. Delegate dutiful use. Ну да, это придется убрать уже вот эту вот другую use, да. Нам вообще parenthood нужен, нерегулированный. Trust will increase. Percentage of active workers will increase. Dutiful. Crime is slightly decreased. Ну, придется с кем-то негошиэйтить, да? Получается, тут можно только с машинистами. А, уничтожать хотхаусы мы не будем. Advanced хотхаусы? Ресерчить? Да, можно. Или policy. City Development Effort. Community Service. Economy Community Service. Сейчас я посмотрю, где это. А у нас уже... Expedition Support. Говно не нужно. Я согласен. Давайте... Я согласен на этот закон, ребята. Это гораздо более крутой закон, чем тот, который у нас. Голосуем. Откажем, потом нагоним бабками. Куда игра? Бету дают. Бету дают за... Если ты купил делюкс издание. Вот. Супер гига делюкс. Какой-то там. 900 работяг. Блин, мне прям нужно это... О, еда началась спендинг. Stewardship unveiled. Монумент, который ты... Возвел, увеличивает доверие. Отлично. Теперь у нас есть монумент. А его где-то здесь видно, как вы думаете? Вроде нет. Почему вы перестали работать? Lack of required deposit. Депозит чего? Подожди, в смысле? Чего депозит нужен? А, типа не могут заложить или что? Я не понял. Total demand. Материалы есть. Хит есть. Что это значит? Я не понял. Типа аутпута слишком много, видим. Да, наверное, да, наверное, стокпайл. Места хранения, да. Но я не могу построить места хранения. Они капецкие дорогие. 150 хит-стампов стоят. Ну да, видимо, хранилище. Ну и ничего страшного. Ничего страшного. Так, деньги снова приносятся. Деньги снова появились. Хорошо, поехали.
Блин, мне сейчас сотня на исследование пригодится, да? Видимо, Гудс мы так и не сможем. Так мы и не сможем Гудис начать делать, потому что денег просто не хватит. На релизе русский должен появиться. Promise to foragers kept. Improved. Хорошо. Так, у меня здесь... А, нет, я не обещал никакие эти штуки. Это хорошо. Хаусинг блоки. Блин, мне бы на самом деле хаусинг блоки, но они хит демант увеличивают. Хотя не, мне лучше society treatment вон улучшить, например. Так, давайте посмотрим, чего у меня, с чем у меня проблемы. Немножко болезней. Ну и, конечно же, холод. Survival, я могу как-то холод улучшить? Новая рабочая модель. Heat demand is decreased. Resource production efficiency is increased. Вау, вот это вот хотим. Хотим, хотим. Изучаем. Apex Workers Controversy. Стюарт, наши охранники нашли... Оприходовали. Оприхендед. Исследователя, которого зовут Макс Хоркхаймер. Он был пойман, уничтожая документы насчет Apex работников. Во время расспроса он сказал, что этот... Это исследование, мы откроем ворота для, для безумия и экстремальности, оно должно быть уничтожено. We should have never begun researching Apex Workers. Инновации часто приходят... If tension boils over, the city may fall. Research speed is extremely decreased. Let them figure out with disagreements. You're about to finish researching an extreme research idea. Relations with механисты технократы уменьшатся. Это нельзя делать. Research speed is extremely decreased. Innovation часто приходит с несогласием. А я не помню, я это разве изучал, что это за Apex работники? Это какое-то крутое... Видимо, это какая-то у него ну, видимо, это какая-то пассивка прокнет, если мы разрешим. Продолжить, но разрешить недовольство, не знаю. Tension увеличить и research speed уменьшить, допустим. Research speed у нас теперь 32 недели, что? Ну, tension отсутствует, так что в целом все в порядке. Ой, назовем этот сейф. Ой. Увы, надо было его назвать. Истощился источник еды, да ладно. Вот что деплитед полностью. Я понял, реально, все, источника нет. Вообще они не могут здесь работать. Все, спасибо, спасибо, Дивинорм. Я что-то не понял. Я дурак. Хорошо, спасибо большое. Значит, мы идем в эту сторону. Еще один. Ну, давай вот сюда вот куда-нибудь. Фростбрейкинг. Ага, сейчас нам еще вот это вот уничтожать придется. Угу. 209. Ну, мы застокпайлили нормально. Нам хватит до конца, скорее всего. Да, ресерч, конечно, супер медленный. Ну, ладно, что поделаешь. А это типа и есть вот эта вот новая рабочая модель, им не понравилась? А, вот, Apex Workers, да, это им и не понравилось. А что значит Apex Workers? Это тяжелый мир не для слабаков. Мы будем опираться только на самых здоровых и сильных работников и заставим их достигнуть своего лучшего потенциала. Понятно, ну, ясно. Нерли деплитед. Нет, кстати, фул. Спендинг. Стоп, а куда? Подожди. Стокпайлинг. Delegate session. Hit will be held in 10 weeks.
Так, есть я могу дистрикт с едой построить. Дистрикт, поехали. Отлично. 144 монетки, кстати, может быть, скоро построю наконец-то гулис. Может быть. А, ну это потому, что я сейчас разобрал штуку и с едой, а мы очень сильно тратим. Не, наверное, я пока не построю, скорее всего. Так, а что здесь с законом-то? People are divided. 3 hesitant. 48, 49 против. Hit output, hit recycling, waste, hit conversion. Смотрим. Это в экономике, да? Нет, не maintenance duty, society. No waste hit management. Берем однозначно. Негашейтим на... Никто не будет негашейтить, да вы офигели! Может быть, принять закон, потратив на это деньги? Hit output extremely increased. Это же очень важно. Давайте, я принимаю этот закон. Пошли в жопу. Надо было сохраниться, ну ладно. The delegates have spoken. The law takes effect. Увы. Озвучка и перевод, разве еще и озвучка будет? Тут я не очень уверен. Может быть. Давайте, ребята, давайте. Доделывайте. Нас вон прогресс. Я еще как могу этот построить что-нибудь еще? Я очень хочу вот эту индустриальную штуку построить. Которая, кстати, не будет при этом тратить больше этих. Ну, пока мы spending food еще. Вот это вот проблема. Но она строится потихонечку. Фу, да понятно, что фу. Сколько у вас осталось? 29. Все, разрушаем. Констрактим. Поехали. Хорошо. Работяг капец как много. Работяг просто жесть дофига. Очень сильно еда тратится по сравнению с этим. Хотя нет, что-то сейвит. Спендинг, спендинг, стокпайлинг. Стокпайлинг гудс, ура! Ха-ха. Найс. Все, я по-любому это уже... А, подождите, а чё у технократов оппозинг? А чё с технократами-то? Экран можно крутить? Да, конечно. С этой стороны, кстати, довольно красиво. Если посмотреть. Но я привык к вот этой вот расстановке. Спендинг, да, очень сильно спендинг. Сколько у меня денег? 174! Сюда срочно нужно ставить биовейст штуку и расширять тебя вот в эту сторону, да? Подожди, я не могу в эту сторону расширяться. В эту не могу расширяться. Я могу сделать так, так, так. Нет, видимо, не могу. Тогда лучше вначале вот в эту сторону расширимся, да? Стоп, а если... И, типа, хватит двух клеточек, да, наверное? Что потом еще расширимся? Потому что сюда тоже важно. Да, блин, не достал. Какое говно. И отменить при этом нельзя. То есть, типа, вы точно уверены, что хотите именно эти клетки уничтожать? Нет, я еще не уверен, что я хочу эти клетки уничтожать. Теплый сезон. Hit demand is decreased. Замечательно. Овердрайва нету, фростбрейки не работают. А, с шелтерами все еще проблемы, да? Может мне тогда эти расширить? Они... Нет, ну, мне в любом случае нужно еду расширять. Вот сюда еще одну штучку. А, или уже не надо? А, все, мне двух хватило, отлично.
Apex Workers has been put on agenda of Ice Bloods. Extreme policy on agenda. The current policy on the agenda goes beyond what the common citizen finds acceptable. It will be more difficult to pass than others. And once enacted, it will radicalize both for and against factions of your society. Радикальные society. Apex Workers. Новая модель. То есть, помимо того, что мы ее выучили, ее еще и принять надо. Обязательно. А у меня еще комьюнити сервис надо поменять. А я не могу никак это сделать, потому что мне, у меня нет времени. 15 недель. Блин, ну ладно, хорошо. Негашейт придется делать. Значит, Foragers, если они будут... Они в основном за. 10 из 20 Foresters... 52 против. Уже негашейтед. Won't negotiate, потому что они за. Эти против. Но не будут. Эти открыты, но я не могу это сделать. Значит, тут только прешер. Тут только прешер работает, да? Видимо. И остается 5. 75 of hesitant delegates have been pressured to vote for. И теперь еще фораджеров убедить. Проголосовать за. Убрать машины adjusted shifts. Изменить закон. Я не могу сейчас на законы опираться. Policy. Я не могу сейчас на законы опираться. Я могу survival research сделать. Survival research, worker shifts. Mm-hmm. Да, хорошо, поехали. Vote supported. Apex работники, проехали, пошли, погнали. Что, что дальше? Это очень, скорее всего, не нравится технократам, но... Зато у меня сейчас... Вот это идеальное время, чтобы было принять этот закон, потому что у нас увеличивается output тепла. И раз у нас увеличивается output тепла, нам сейчас будет не так холодно. Что здесь происходит? Стоит с пушкой во рту, осуждаем этого исследователя. Apex из-за того, что были Apex Worker взяты. Они хотят мой разум, это ужасно. Все мы лишь мусор для них. Мы должны были уничтожить это исследование, сжечь весь институт. Если бы потребовалось. Вот они, радикальные изменения пошли. Я не позволю им это сделать, я не позволю им, если они хотят мой мозг, они... Им придется его забирать, им придется отскребсти его со стены, и сегодня я буду молиться за свои грехи. Они будут... Они отплатятся, они отплатят в один день. Минус один чел, да? Нет, спендинг. Блин, вот здесь у меня, конечно, очень жесткий спендинг. Так, ресерч я не исследую, а мне нужно какой-то сюрвайвале. Worker Shifts это бесплатно, поэтому мне не жалко, в принципе, да? Develop idea, поехали. Да, конечно, эти вообще враждебные уже, эти технократы. Жестко. Last City Development Effort... Это я пытаюсь сделать, нет? Нет, это вот мне сейчас обязательно как-то надо будет этот закон принять. Генная модификация, да, они изучили какие-то генные, видимо, усиления для людей, типа, или что такое, и в итоге... В итоге, да, спендинг. 3000 работяг. 88 хитстампов. Мне нужна новая это... Да. Ну, по идее, да. Нужна новая... Новая добыча дерева. Давайте фрустбрейкать здесь. Еду спендинг. Надо по-хорошему построить вторую штуку для еды. Второй биовейст за 80 стампов. Вначале, наверное, деревяшки все-таки. Хз. Да, еду надо. Зря я деревяшки начал расчищать. В Apex играют вместо работы. Да. Именно оно. Блин, чуваки, вас всего 17%. Чего вы это? Оставил.
Fun Projects, Make Agenda. Сорок один человек болен. Не может работать. Но у меня две больницы, ребят. Ну, 41, и чё теперь? Промоути Айс Бладов, раз играешь в них. Ну, надо было, а уже смысла-то и нет. Попросить фанды. Смотрите, какая штука была, оказывается, которую я не заметил. Отношения ухудшатся, зато плюс денеги. Но мне сейчас денеги уже не особо-то нужны, у меня в целом все построено. Единственное, можно эти фанды перелить в технократов. И типа... Greatly worsen with foragers. Давайте попросим у них... Greatly это вообще чуть-чуть. Ребята, вот я спонсирую ваши проекты, пожалуйста, не будьте такими враждебными. Чё вы такие враждебные, чуваки? Зачем? More funds, I suppose. Будьте дружелюбнее. Шторм ударил по городу. Ну, необходимый хит 1800, а у меня сюрплюс. Ну, на овердрайве. На овердрайвичах. Я не думал, что это возможно. Назовем это пурга. Я не помню, как там на самом деле. Вайт-аут, что-то такое, да? Короче, переливать деньги из одних работяг в других — забавная штука. Можно еще вот у этих попросить. То есть, смотрите. А что за хантинг трип? Смотрите, они могут за едой отправиться. Полезные работяги. А эти что умеют? Ускорить ресерч спид. Короче, реквестим у них деньги. И они все еще девоутед. Я у них попросил 300 монет, а они все еще девоутед. И подарим эти 240 монет вот этим челам. Все нормально. Переливаем деньги из одной группировки в другую, а они и не знают. Ха, лошары. Что-то уголь тратится гораздо быстрее, чем мне необходимо, да? А еще игра подлагивает, пока зима идет. Ну все, да, у меня недостаток. Мы, короче, пару недель пожили в тепле. Но уже все, не получается. Слишком много домов. Слишком много домов, надо дома врубать. А хит, кстати, еще минус 100 вот здесь вот сделаем. Минус 100 хита. Можно убрать одну вот эту штуку, минус хит. Потому что нам хватает еды плюс-минус. И... Можно здесь включить крутые смены на уголь. И тогда будет более-менее... Ну да, гудис не хватает, но ничего страшного. С домами жесткие проблемы, да? Нужно расшириться, но это еще плюс хит. Хотя, стоп, вообще не так шиков, наверное. Плюс 100 workers, air transport. У меня просто очень много людей. Из-за этого мне так сильно не хватает тепла сейчас. Ну, конечно, людей в домах держать, да. Relations with foragers improve, trust rises. Отлично. Так, какой-то закон хотят принять. People are divided. Weather adjusted shifts. Давайте смотрим. Это тот, который я пообещал? Pass city development effort. Машинистам я что-то обещал и не смог сделать. А потому что мне не дают. Они постоянно что-то сами хотят принять. Worker shifts. Это что? Это вот эти. У нас сейчас машина adjusted shifts. Пускай голосуют, не примут и не примут. Вообще насрать. Блин, жаль, что я не выполнил обещание, конечно. Типа две команды, две этих против меня враждебными сейчас станут. Но я буду им заливать деньги. Хе-хе-хе.
City Development Effort. Это же не вот здесь, нет? Смотрите, я могу им пообещать что-нибудь. И что-нибудь принять. Да? Блин, холод. Так, 1113 хита на 615 угля у нас. Технократы предлагают действовать. Если у них есть... If they have a way to solve hit stumps, it warrants our attention. Обещай технократам провести mass-produced goods в течение 60 дней. Relations увеличится. Mass-produced goods. Чтобы решить проблемы с хитстампами. Давай попробуем. Я, правда, не могу голосовать. У меня мне некогда голосовать постоянно. У меня, блин, проблемы с этим, с этими грёбаными голосованиями. Чуваки, вообще, айсблады, вы же накачаны этим... какой-то там наркоманией своей. Вы же там сильные выживальщики. Давайте-ка мы просто, переманим этих машинистов и технократов на свою сторону, да? Сделаем из них таких же крутых выживальщиков, как вы. Не думайте об этом, не? Блин, честно говоря, 100 хита как будто бы ради гудис не так уж и плохо. Уже вон скоро потеплеет. Сейчас переживем. Нормально все. Save game. Пургови ради. Когда ты изучаешь закон, его сразу продвигают в парламент. Но обещание изучить не равно обещание провести. Это да. Видимо, да. Видимо, поэтому его постоянно продвигают. То, что я не хочу. Давайте машинистам что-нибудь попробуем пообещать. Убрать апекс-воркеров, пошли в жопу. Уничтожить даст-колл-майны. Или начать ресерч хит реинжекшн. Звучит как отличный ресерч, чем бы он ни являлся. Оно хит реинжекшн. Ресурс продакшн эфишенти significantly increased. Замечательно. Это я могу. 3000 людей, а работать негде. 128 стампов. Еще один биовейст построить. А у меня и так он не включен, не работает, да? Наконец-таки построить штуку для... У нас и так сюрплюс сейчас, спендинг. Ну сюда расширяться, да. Air Transport Nearby. Хорошо. Здесь можно больницы строить. Поэтому надо расширять эти. Жесть, я пургу почти пережил. И никто практически не замерз и не умер. Вот он, хороший забег. Да, холод, конечно, все еще, ну, немножечко нас пугает, но не так сильно, как много. Угольная шахта же, кстати, не закончится, да, за этот... у нас угля на 14 недель осталось. Упс. Упс. Проблемы. Тринадцать недель. Начинай копать, я уже копаю. Нет крайма вообще. Оба disabled. Почему?
Вы что, вы только материалы? А вы еще это доделаете? Хит? Нифига себе. Здесь тоже он вырабатывается. Просто вырабатывается, потому что он работает. И сколько недель осталось? 70. Все, ГГ. Не-не, вот еще одна угольная шахта есть. Все нормально, сейчас все будет. Сейчас переживем сейчас. Переживем все. People died during emergency shifts. Надо вырубать эти emergency shifts. Ну, надо было раньше их вырубить. Ну, что поделаешь. Так, survival. Durable goods. Они просят вместо durable goods этот принять. Да в целом без разницы. Ну, давай. 43 за, так что вполне большие шансы, что примут. Community Action Policy Research. Building Untreated Wood Sawmill. Можно будет попробовать принять вот этот вот закон. Главное, этот возьмите, да, вот, хорошо. Ураджера, братки, давайте. Мне сейчас деньги, скорее всего, понадобятся от чуваков, да? Вот от этих. Ах, Hunting Trip только могу сделать пока что. Grant Agenda, Request Funds пока не могу. А у этих реквестить фанды, наверное, нельзя. Надо, чтобы у них нормальное отношение к нам было, да? Блин, мне бы Request Funds сейчас каким-то образом, чтобы построить вот этот вот... 120 хитстампов будет нужно. А 120 хитстампов мне найти негде, к сожалению. Восемь недель. 220-я, а сейчас какая 208-я? То есть мы, в принципе, доживаем нормально. До потепления и все. А потом еще на 300-м, но 300-й уже закончится. Все нормально. Генератор еще не горит? Нет, нормально все у него. Все пережил, по сути. Одна неделя, да блин, в смысле? А, 210-я, а здесь что, на 220-й, что ли? Как это понять вообще? Наверное, это на 220-е, значит, нихера я не успеваю выключить, посидим немножко без угля. And unable to work in the city. Все, добыча угля закончилась, да? Ну, ну чуть-чуть переживите, ну, пар недель-то. Research untreated sawmill. Блин, я надеюсь, она не требует денег. Она, наверное, требует денег. 50 монет, у меня нет столько. Надо было лесопилку ломать и строить здесь. Надо было ломать лесопилку, но я уже ошибся и не сделал этого. Госпиталь выключи. Меньше хита будет требовать. Да тут это не поможет на самом деле. Все равно катастрофический холод. Cold calculation, production efficiency decrease. Так, ладно, переживете.
переживете, я верю. Но вам чуть-чуть осталось-то. Сейчас 10 хитстампов на 214-ю неделю получим. Можно откатываться по сейву. Да зачем? Я думаю, что и так переживем уже. Ну сейчас, сейчас скорее всего... Кто-то умрет, наверное. Не знаю. Типа человек 500. Из-за холода. Сколько у меня... Блин, почему здесь нет инфы о том, сколько у меня хитстампов? Да дофига у меня хитстампов. Значит, можно изучать эти soul meals, которые они так хотят. Прими пак, чтобы занимались больше любовью, теплее будет. Да-да-да. Жесть, такая, такой кровавый след на этом холоде, конечно, да? Генератор не работает. Больных 700. 500 людей замерзли до смерти в городе. Ну, минус 500 людей. Хитрый injection has been put on agenda. Ну, раз уж вы проголосуете за него, ну, что я могу сделать? Таков путь. У нас был запас мяса, был. Можно было вообще уменьшать этот, работу этих штук. Not enough sales to finish district. А, ну понятно. Подожди, а в смысле not enough sales? Разве вот здесь вот не хватит? Че еще? А еще эти Dust Coal Mine. Сюда же, сразу же. Ну давай уже, 220-й. 38 людей заболело в городе. Ну, что поделаешь. Подожди, а генератор же сам включился, да? Овердрайв даже автоматически включился. Не надо было это проверять, кстати. Госпиталь вернуть. Еще один госпиталь вернуть. Он, шторм ушел, все негативные эффекты исчезают. Вайтаут прошел, но скоро нас ударит следующая пурга, и, ну и мы будем готовы, говорит. Мы не будем готовы. Небольшое голодание. Ребят, давайте за едой сходите. Плюс 80 additional food, да? Вы все включаете, вы включаете. Активно все, все вообще гига кайф. Еще одна активная шахта еще недоступна, потому что я еще не расширил эту. Да. Поехали. GG, мы выжили. Осталось каких-то жалких 80 недель, но я уж думаю, что здесь-то мы справимся. Что это происходит? Apex Trials. Apex Workers World Decreases Hit Demand More. People might die occasionally. Да, конечно. А почему нет? Менеджеры facility run all candidates through a series of trials and to decide whether there are Apex workers who can join their ranks to keep up with the rest of the workers. The whole lot of them stripped clothes off of me and told me to stand in for the cold. Короче, Apex workers это типа голые работники или что, я не знаю. Они заставляют чуваков раздеваться, чтобы проверить, что они действительно устойчивы к холоду. Да, давай, зато еще меньше необходимости к хиту. 17, всего лишь 17 от хит от Apex Workers. Как-то мало на самом деле, да?
Можно вот здесь еще расширить, короче, дома. Блин, вот сюда, в эту сторону расширять, конечно, так, ну такое себе. Ну, ничего страшного, наверное. Hit worms. А, сюда не могу, да? То есть нужно здесь зачистить немного. Вот так вот. Новый закон. Survival. Что у меня здесь? Heat waste, heat reinjection. Пускай будет. Apex workers работают. Chemical additives. Здесь все есть. Экономика. Нет базовых нужд. Нет, просто представляете, у меня нет базовых, блин, нужд. Сосайте. У меня нет funerals. Просто их не успеваешь принять, как они начинают заставлять тебя принимать какие-то другие законы. Давайте экономику, базовые necessities, вот эту штуку принять своим общим числом. Не буду никого уговаривать, не хотите, не надо. Будешь копать в сторону ресов? Не, я еще копаю, чтобы окружить эти. Молодцы, кто бы сомневался. Вы лучше. Активная шахта. Нужна вторая угольная шахта сейчас. Есть, строится. Отлично. Здесь сейчас продлить дома. Денег нету, да, наверное? 50-ку стоит. Ага. Есть. Опу-ру-пу-пу-пу. Опасный уровень генератора. Trust rises. Хорошо. Что еще принять? Экономический society какой-нибудь нужен. Treatment, например, выбрать какой-нибудь. Disease. У меня есть disease? У меня немножко есть disease. Раз у меня немножко... Ну как немножко? После холодрыги в минус 100, когда им было холодно. Research speed is marginally increased, decreased, marginally unlocks the conduct medical trial ability in districts with hospital. Ну и давай просто вот эту идею. Технократы начали протестовать. Ой. Технократы demand repeal Apex workers. Идите в жопу. Еды вы... Ой, еду! Какие вы жесть просто. Какие вы интересные, да? Угу, еду, говорят. Что еще попросите? На еде забастовка. Walking around the district. Я боюсь. Некоторые боятся этих апекс-воркеров. Потому что они жесткие и крутые челы, которые не боятся холода. Only spending, да? Так, ну давайте им fund projects, во-первых, сделаем. Что еще им сделать? Как убрать их недоверие? Да блин, до нейтрального уровня вообще я не представляю, как довести, если честно. Вообще не представляю. Какое-то обещание дать. Дать адженду, промоутить. Все вместе сделать. Обещание. Communal Parenthood. Bio-Waste Drumhood House. А я могу это сделать. Я все равно еду не добываю. Они ее уничтожили. Promise to research machine attendance. Ну, кстати, research можно. Research уже близко. Сейчас. Research survival. Это где? А, это вот новая рабочая модель, ага. Только принимать мы ее не будем, чуваки. Ваше прохождение закончится через 50 недель. Ну, знаю, что поделаешь. Нельзя насильно их убрать каким-то образом, охраной там. Не знаю, видимо, нет. Это фаворитизм, говорит какой-то. А, ну давай, промоутим их и даем им адженду на следующий этот. И выполняем их задание, которое они им дали. Cutthroat economy.
Paid Essentials provide less his stamps income. А я даже не знаю, что такое Paid Essentials. Мы меняем Essentials самым unemployed families are unable to afford basic essentials. То есть это просто базовые, ну давайте уменьшим, что это даст. А, да, Paid Essentials дает меньше. Что это было, я не знаю. Честно говоря, вообще без понятия. Закон, да, Liberated Use они хотят принять. Ну давайте, ребятушки, машинисты. Давайте, Negotiate, давайте, хорошо. Forager, да, давайте, машинисты. Вы проголосуйте за, пожалуйста. Уничтожить Dust Coal Mine. То есть они его сразу уничтожат? Давайте посмотрим, как это вообще сработает. Мне просто интересно. Пыльная угольная шахта. Поскольку мы уже заканчиваем, мне интересно, что они сейчас сделают. Мы проголосовали за Liberated Use, хорошо. Они его сами уничтожат или я должен ее уничтожить? Походу, я должен ее уничтожить. Вам нужно 24 охранника, чтобы сделать это действие. Протест распространился на Extraction District. А где-то здесь была штука строить охрану. Где-то здесь была такая хрень, нет? Не знаю. Так, а как уничтожить Dust Coal Mine? Disabled Protest in Progress. А я не могу ее уничтожить. Потому что здесь протест идет. А, ну протест скоро закончится. Я выполнил их условия, их задания. Ну, ладненько. Изи. Изи. Relationships. Population growth increases. Population growth significantly increases. Нет. Вот они, Watch Towers. 12 охранников. Можно вот эту штуку исследовать. Целых 19 недель буду делать. Ну, давайте попробуем. 16 охранников. Guard squads output. И не требуют огня. А из Блады предлагают патрульные Watch Towers. Берем. Молодцы, айсгарды, я вами горжусь. Еда, кстати, совсем заканчивается. Ребята, вы можете на хантинг трип сходить, нет? Медицинский диссент. Attend the... чего? The low to low exceptions. Maintain. Relations marginally improve with ice bloods. Relations worsen. Increases tension, decreasing disease. Нет, оставляем консервативное лечение. Мне нужны наши братаны. От которых мы можем попросить деньги. Которые мне, кстати, не нужны. У меня денег до хрена. Блин, получается реально надо демолиш делать. Вот сейчас прям. Потом строить новую. Не, это дурацкая хрень. Мне это не нравится. Типа мы уничтожаем угольные шахты, когда мы их и так тратим. И потом надо строить заново их. Кринжовенько, если честно. Кринжовенько. Ого, здесь тоже еда заканчивается. Офигеть. Жестко. Жестко, если честно, жестко. То есть я ее уничтожаю. Один coal mine. Почему-то нельзя уничтожать конкретное здание. Может, можно здание поверх другого ставить? А у меня нет другого здания здесь. Поэтому... Wood sawmill есть. Ну зачем мне? То есть мы ждем, оно уничтожилось. И мы сразу же строим новый. Хорошо, что хотя бы снег не появился. Как будто бы появился, но на самом деле не появился. Так, знаете, выглядит типа... Как будто он ресетнулся, не уверен. Ну все, 20 недель осталось. 21 неделя. Мы на нуле. Мы очень мерзнем. У нас нет угля. Если оставить старую шахту, чтобы когда попросят ее уничтожить, ту пустующую шахту снесешь. По сути, да. Скорее всего. Но мне тогда были нужны ресурсы, поэтому я не мог это сделать. Так, они что-то хотят принять. Машин аттенданс. Да, пожалуйста, попробуйте. Мне насрать, не примите или не примите.
Ой, не приняли. Ой, ну и ладно. Тоже мне проблемы какие. Думаете, я не построю новый Dust Coal Mine, как только вы ее снесли? Сволочи. Думаете, я не построю еще один такой же, ублюдки? Еще как построю. Овердрайв включить. Надо было генератор выключать, когда не холодно еще было. Broken Vow, Dutiful Use. Ой. Repealing it was an oversight. It will be corrected. Да ладно вам, чё же. Кстати, у меня среднее отношение со всеми сейчас, лол. Funerals. Ну, ребят, ну давайте примем что-нибудь по этим. Хотя бы начнем хоронить людей. Ну что вы как это, я не могу. Relation worse than with mechanists. Broken Vow. А, то есть смотрите-ка, они расстроены, что вы построили другую Dust Coal Mine. Они хотят напомнить вам о вашем обещании, которое вы обещали уничтожить здание такого типа. Пошли в помойку. Тюрьмы, вот что мне нужно. Так. Патрол Watch Tower, поехали. Дает 12 охранников. У нас, кстати, изначально есть охрана. Всего 12, теперь стало 28. Greatly decreased by guard squads. Все. 300 дней недель есть. Сейчас все отлагает. Ужасные машинисты становятся все более радикальными. Починить отношения. Я убедю их. Мне будет 40 недель, чтобы убедить их. Если ты зафейлишь, 1400 присоединится к технократам. Технократы ухудшатся отношения с технократами. Супресс 300 will join технократ immediately. Супресс давай. Пофиг. Блин, технократов жесть, как ухудшилось отношение. Генератор овердрайв на максимуме. А-а-а. Мы думали, что их можно переиграть, но они помнят. Да-да-да. Да-да. Спасибо, что сыграли. Кто знает, что будет в будущем. Но пока что это все, Стюарт. Вы достигли конца утопического билдер-превьюшки. Мы предлагаем вам вернуться к снежным глубинам Фростенда, и превью ведь содержит две разные концовки в зависимости от вашего прохождения и ваших решений. Get ready for more explanation. А в смысле концовки? А где концовка? У нас же ничего не было. Нет, я не буду продолжать, я наигрался. Спасибо. Игруха прикольная, ждем релиза. Все, хватит. Ну, как ощущение? Да балдежно, мне понравилось, правда. Геймплейно очень даже залипательно. Как будто бы к эндгейму все интереснее и интереснее становится. Ну, как весь Frostpunk, особенно когда начинаются вот эти вот настроение, когда ты принимаешь радикальные законы, да, чтобы всех убедить, там, вот это вот все. В целом, такая штука. Такая штука. Не, круто, круто. Мне зашло. Все, можно удалить, наверное, я не буду.